В принципе, важная игра была. Мы проиграли в Коламбусе игру свою. Может быть, где-то играли не очень, но все равно должны были, я думаю, забирать 2 очка. Знаете, принципиальная игра сегодня с Питтсбургом. И, в принципе, вышли биться, и видно было, что команда заряжена, и все хотят победить сегодня. Очень важно было для нас выиграть, почувствовать уверенность. Всегда такие у вас игры с Питтсбургом. А за счет чего? Откуда мотивация берется, как считаешь? Ну, это такое дерби, да, считается. И их фанаты не любят наших, наши не любят их. И, в принципе, так же между командами, да. И, ну, таких много игр. И, знаете, драйва всегда много, когда с такие игры играешь. Сегодня прорвало, например, наконец с голами. Последние несколько игр не так много было, могли забить. Что сегодня получилось? Вот как считаешь, вот что получилось сегодня, что не получалось раньше? Ты еще раз доказываешь, что правильно работать и продолжать все делать так же. Обязательно все голы придут, командные, я имею в виду. И очень хорошо сегодня бросали, шли на добивание. В принципе, все правильно делали в начале атаки. Быстро пас, и все на скорости были. От этого, я думаю, были зоны свободные у нас, куда мы врезались и, в принципе, бросали шайбу и добивали.